Первая профессиональная студенческая олимпиада стартует в России в этом году. Цель олимпиады ⁇ предоставить студентам из региона возможность продолжить образование в ведущих вузах России и начать карьеру в крупных компаниях. Задания для участников создаются экспертами вузов и специалистами государственных и частных компаний. Пилотная олимпиада пройдет по 27 направлениям, от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. В соревновании смогут принять участие бакалавры, специалисты и магистры. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировки в компаниях-партнерах проекта. Отборочный и заочный этап Олимпиады начнется в декабре 2017 года, заключительный очный в январе 2018. В результате соревнований будет сформирована единая национальная база Молодые профессионалы, на которую смогут ориентироваться крупнейшие работодатели страны.